В Дагестане начнется ускоренное развитие животноводства, сообщает Минсельхоз Республики. В частности, фермеры займутся разведением двух уникальных пород домашнего скота – казахской белоголовой и абердин-ангусской. Стоит отметить, что за прошлый год поголовье крупного рогатого скота в Дагестане выросло на 3,4% и достигло почти миллиона голов. Что касается новых пород, то их отличают высокие показатели плодовитости и качество мяса, которое признано на рынке многих иностранных государств.